друзья, подписчики, всем огромный привет, с вами Джин Вокс. В общем, недавно я вам показывал обзор ботинок Devolt из Home Depot. Я заказывал по полной цене. Ботинки мне все понравились, есть это на обзоре. Там обзор рабочей одежды и ботинков Devolt в одном видео. Но размер не подошел. Я вам показывал, там они слишком большие, даже с учетом, если бы я их мерил не на обычные носки, а на строительные. Они бы были слишком большие для работы, это, конечно, неприемлемо, поэтому я их вернул. Но я уже не заказывал другой размер, почему? Потому что мне скоро уезжать, он бы просто не успел прийти. Но тут, короче, в Home Depot, в Лавесе, это строительная сеть, конкуренция Home Depot, вот, всплыла акция вообще нереальная, то есть все Devolt там были, ну не все там, по-моему, 4 модели были по распродажам от 28 до 36 баксов. Но это просто вообще, я вам говорю, сумасшедшие низкие цены для Devolt. То есть минимальное, что я видел, это где-то 50 баксов за кроссовки, а ботинки где-то 60. То есть никогда я не видел по 30, это в два раза дешевле распродажи. Я решил уже брать, даже с учетом того, если бы я уехал, остались бы здесь, потом бы я приехал, не ходил. Короче, заказал, ну там не все уже были размеры, вот, ну тогда я брал 10-й свой обычный размер, сейчас я решил брать 9,5, но я не знаю, по мере, может быть я опять прогадал и надо 9-ку брать, короче, не знаю, остались они там еще или нет, вот, но я вообще не рассчитывал, что их так быстро привезут, но сегодня привезли, почему я внутри, на улице сильный ливень. Вот, сегодня какой-то, короче, с самого утра пошел ливень, ну и реально не дождь, а прямо льет, как тропический ливень. Поэтому я, короче, внутри, ну, решил вот записать пока обзор этих ботинок. Но у меня тут есть кое-какие работы по демонтажу, то все организовать, тут надо кое-что разобрать, починить. То есть мелких работ, в принципе, на целый день наберется, но это в отдельном видео, новости ремонта, смотрите. Вот, давайте, в общем, скрывать, смотреть, значит, по моделям, я говорю, по-моему, там 4 модели было. Одной не было моего размера, и самая дорогая за 36, ой, блин, сейчас, секунду, чуть крепление, тут хорошо телефон не упал. А самая дорогая за 36, она, блин, надо как-то по-другому прикрепить, наверное. Сейчас, секунду, на паузу нажму. Вот, это я прикрепил к этой скамейке Gorilla, что я вам показывал, алюминиевая скамейка для стройки, очень классная на распродаже, вот. Нравится мне, но она слишком, ну как широкая, крепление мелковато под нее, поэтому я не хочу, чтобы сейчас все грохнулось. Прикрепил тут немного по-другому. В общем, в одной модели не было моего размера, и в одной модели она... Мне показалось слишком жарко для Каролины, но она была самая навороченная, водостойка и с остальным носком. А эти я взял кроссовки и ботинки. Ну, короче, ладно, давайте не тратить время на предисловие, давайте открывать, смотреть. Вот. Короче, пришло сегодня, причем, ну, привезли прямо в дом сюда. Плюс меня поразило качество, что когда идет дождь, они здесь запаковывают в большой такой пакет, всю коробку положили в большой пакет. И чтобы ничего не намокло. Вот, раньше я такого, короче, не видел. В Сиэтле постоянно дожди, но они нифига в пакеты не пакуют, просто под дождь тупо все кидают. Вот, а здесь, видите, сервис получше. Так. Производим вскрытие. Вот здесь написано спасибо за покупку. Так. Вот одна коробка, вот вторая коробка Devolt, такая вот. Короче, ну что, давайте начинать, чтобы не тянуть время с первой. Вот это кроссовки, короче, как я вам говорю, $30 оно все, и по-моему 30 и 31, вот что-то такое. Короче, модель Fargo IT, здесь написано хорошее сцепление, поддержка и дышимость, Trail Runner, материалы, достаточно прочные для любой работы, ну или для любой стройплощадки. Короче, то есть это, в принципе, как мне кажется, для Каролины то, что надо.
То есть это как бы Деволт, это строительные ботинки, но в то же время они дышащие. Здесь есть алюминиевый носок, алюминум той, вот это перевозится. Здесь разные бывают в конце окончания. ПТ это без носка, СТ это стальной, а Т это алюминиевый. Защита от электрического удара, сопротивляемость маслу и скольжению, 30 дней гарантированный комфорт, расцветка черный и желтый, ну стандартная девольтовская, вот полная модель. Размер, как я вам говорю, десятку я мерил, ботинки большие, не знаю насчет кроссовок. Может быть 9.5 тоже большие, может маленькие. Короче, здесь так, так, вот так вот, вот так. Вот как внутри, вот так. Вот, Pro Light, то есть это они такие легкие. Вот, ну как бы понятно, если там смотреть на какой-то дизайн или там вот это все, то это, конечно, все уродство, но это же не для хождения по улицам, это вам для работы, друзья. Купили и храните их прямо у себя в бытовке, где вы переодеваетесь. Пришли, одели, поработали, сняли, одели свои, в которых вы ходите. Вот, пошли. То есть алюминий здесь для того, чтобы уменьшить вес. То есть, видите, носок вообще невозможно согнуть, он алюминиевый. Вот, не упадет вам что-то на пальцы. Алюминий здесь написано, дает такую же защиту, как сталь, но весит в два раза меньше. Гарантия ТАФ, типа девиз этого Деволта. Пятка тоже твердая-твердая. Подошва, вот это прен. Здесь вот эта резина, защита от масла, от удара током и антискользящая. Вот, но протектор такой, то есть видно здесь, он не супер жесткий, но он есть. То есть вот как тут посмотреть, здесь Деволт. Так, давайте, ну блин, по размеру, ну да, они тоже здоровые выглядят, пипец. Что у них нафиг с размерами? Ну или только толстые носки одевать, не знаю. Сейчас, короче, померим. А, давайте стельку посмотрим. О, стелька крутая, такая же, как в тех ботинках была. То есть, видите, она такая достаточно... Вот здесь вот тоньше, вот здесь достаточно толстая. Форма эргономичная, то есть необычная, плоская. То есть, в хил кушен, это имеется в виду здесь, ну, под пяткой, как бы, такая, как подушка мягкая. Отвод влажности имеется в виду, если ноги будут потеть, то вот этот через эти отверстия влага будет стекать туда вниз. Оно реально работает, то есть у меня в Филсонах такая же фигня. Я вам говорил, что сейчас жара, ноги в них потеют, потому что они резиновые, пипец теплые. Но сами ноги как бы просто сыреют, но не намокают. Но если достать из сапога вот эту стельку, там реально пипец как много воды скапливается. Дышащие, антибактериальная, здесь какая-то пропитка, короче. Ну вот как внутри сделано. Сейчас посмотрим производство. Как-то странно, они зашнурованы наоборот. Вот такой язык. Это просто тут краска, и вот это из какого-то кожзаменителя. Ну, материал все синтетика, но здесь, видите, перед выполнен вообще полностью бесшовно. Вот здесь оно прошито, но вот этот стальной носок, вот он видно, вот до сюда идет. То есть вот тут он заканчивается. Вот эта сетка. Вот стальной, этот, вернее, алюминиевый носок. Вот его можно просмотреть сквозь сетку. То есть вот это, вот до сюда он идет, вот. Ну, здесь тоже типа дышащая, но все такие материалы типа прочные, видите, но не просвечивается. Вот. Ну, дизайн так, на любителя. 9.5 сделано в Камбодже. Так. Ну, ладно, померяем тогда, давайте. Ладно, сейчас тогда паузу, примерку на полу произведу. Так, давайте... Мы его положим, чтобы было видно, где записывать.
типа вот так вот, да? И сейчас, потому что я сам не вижу, что там в экране. Короче, из-за этого дождя я был в кроссовках, в обычных, в эйсиках. Ноги промокли, пришлось носки переодеть. Вот те с доллар 3 я одел. Они единственные были тут сухие у меня в этом помещении. И хорошо, что я их купил. И сейчас... А, стельку ж надо обратно положить. Так, видно, не видно. Вот. И одеваем. Ну, здесь у меня немного темно, поэтому я в телефоне подсветку включу. Так. Так, смотрим. О! Ну, это как бы тоже они большеваты. Но это уже намного лучше. Я думаю, на толстый носок будет нормально, короче. Сейчас. Да, тоже, но все-таки... Лучше намного, чем 10. 10 вообще пипец большие были. Эти, короче, намного лучше, но они все равно чуть большие, но мне кажется, с толстыми носками, со строительными можно будет носить. Вот. Не, ну так, вот это уже более-менее, слушайте. Конечно, чуть-чуть большеваты, но не факт, что 9 были бы нормально. 9, может, были бы маленькие. Хотя не знаю. Но с толстым носком, если строительные носки одевать, есть специальные строительные носки, то мне кажется, нормально будет. Сейчас. Видно, да? Давайте вторую тоже сейчас померяем. Второй тоже вот такой. Вот это снимаем. Снимаем. Бум-бум-бум. Ну, перешнуровать их надо по-нормальному, потому что тут что-то вообще не то нашнуровали. Я не знаю, почему оно наоборот зашнуровано. Я такими не могу шнуровками пользоваться. О. Не, вот эти нормально. Они чуть-чуть свободные, но я думаю, что это реально запас под строительные носки. Ну, хотя даже и так, в принципе, можно ходить. Но за 30 баксов, как бы, претензии глупо предъявлять. Но они не водостойкие. Это как раз для лета, для жаркой погоды. Вот, хорошо. Так, пока нажимаем паузу, сейчас будем ботинки смотреть. Так, значит, это мы убираем коробку пустую. Так. А, модель. Короче, были только такие. Другие, я вам говорю, были зимние. Эти чем-то похожи на те, что у меня были. Plain toe, о чем я вам говорил. Это без всякого носка, без стального, без алюминиевого. Видите, здесь этого нету. Но тоже защита от электричества. Масло и защита от масла и скольжения 30 дней. Гарантия комфорта. Модель называется Фонтана. ПТ Фонтана провайдс. Прочность кожи. Прочность кожаного ботинка с комфортом кроссовка. Снейкерс — это кроссовки. Легковесные ботинки сочетают в себе прошитую верх с прошитой кожи и кушионит, ну, имеется в виду амортизирующий, мягкий мидсол, это подошву. Короче, в принципе, ну, то, что я хотел. Тоже, я вам говорил, не хотел этот стальной носок и хотел по легкости ботинки. Вот, потому что если там работать на реальной стройке, где там бетон, арматура, там, конечно, нужны эти стальные носки, нужна получше защита. Для внутренних работ, для... типа карпентеров, для тех, кто внутри работает, это то, что надо. Так, ну, остальное все точно такое же. Вот. Ну, расцветка тоже была только такая. Конечно, я бы желтые хотел, как те, но за 30 баксов, друзья,
Кстати, они очень похожи на те, что я покупал за 100 баксов. Только, блин, и кожа такая. Ну, короче, желтый, конечно, красивее. Но подошва очень пипец похожая. Или вообще даже подошва такая же. Короче, обалденские ботинки. Шнурки тоже там были черные и желтым. Здесь коричневые и желтым. Но все натуральная кожа. Причем она, видите, какая толстая. Смотрите, как классно прошита. Тоже вот здесь Devolt, ну тоже так, но они в принципе выглядят как ботинки, можно вообще даже и ходить. А подошва, да, вот такая, видите, типа как на кедах, но более такая мощная. Короче, не знаю, в принципе, тут практически что я хотел, единственное, цвет не супер мне нравится, но в то же время цвет и неплохой, бывает цвет и похуже. Этот цвет называется Crazy Horse. Коричневый Crazy Horse. Crazy Horse — сумасшедшая лошадь. То есть это типа как лошадь, как у лошадей, типа такая расцветка есть или что, я не знаю. Ну то есть она такая вот, видите, как коричневая, но это тоже неплохая расцветка. Но не такая крутая, как желтая. Она можно считать на втором-третьем месте по расцветкам. Потому что Crazy Horse еще, по-моему, другая бывает. Но я могу ошибаться. Вот. Ну, короче, неплохая расцветка. Тоже вот эти вот штучки на тех ботинках были в виде гаек. Здесь они просто круглые. Есть вот такие вот верхние. И так, что у нас еще тут имеется? Шнурки имеются. Так, посмотрим язык. Язык такой тоже из замши. Видите, здесь Devolt. Короче, из какой-то замши. Снутри все идет такая синтетика. Ну, стельку не будем смотреть. Она такая же, как и в первых была, и во вторых. Производство Китай. То там была у нас кто? Камбоджа, а в тех, по-моему, Никарагуа было. А нет, Никарагуа — это были оверолы. Там я не помню, тоже Китай, наверное. Ну, Вьетнам, Индонезия, короче, это Камбоджа, но все одно. Короче, давайте тогда, что, во втором ничего ж нету? Такого. Ну да, второй точно такой же, походу. Давайте тогда производить примерку. Так, снимаем один. Так, и одеваем ботинок. Вот в чем основная разница с теми, да, вы уже заметили, носок мокасинового стиля. Не то, что я люблю, но, друзья, за тридцатку я не буду предъявлять претензии. О, там еще что-то. А, это вот эта кладка какая-то. Ну, то же самое, да. Они как бы большеваты, но они не такие уже большие, конечно, как были десятые. И в принципе толстым носком это можно все компенсировать. Так, сейчас. Ну вот эти по-нормальному зашнурованы. Вот так вот. Потом вот это вот так. Вот так. Хорошо обхватывают. Ну, то есть они как бы такие полувысокие. Хорошо обхватывают лодыжку. Ну, понятно, в принципе, может и девятку можно было взять. Ну, ладно. Наверное, девятки нет уже. Ну, короче, если будет, может, еще девятый закажу. Хрен его знает. Ну, в принципе, носок потолще и такие будут хорошо. Я таких особого дискомфорта не чувствую. Вот те десятые реально были большие. Ну, хотя тоже видно, что они длинноваты, но они не супер большие. Вот видите, палец я поднимаю. То есть там, ну, когда я его опускаю, он практически касается, но немного, ну, для работы пойдет. Это ж не бегать в них и не ходить. Просто работать на площадке, а что вы тут ходите немного. Вот. Ну, короче, второй можно не мерить. Вот можете сразу посмотреть и то, как и ботинок, и кроссовок выглядит. Ну, в основном здесь, конечно, бренд хороший и качество.
такое же, как и на любой обуви, я думаю. Но за $30 претензии предъявлять, я думаю, глупо. Вот. Ну, не знаю, по-моему, нормально. Ладно, друзья, видео не будем затягивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да благоволит к вам Господь. Пока-пока, пишите комментарии.